Шведы решат, как будут одеваться жители всего Евросоюза. Специалисты из скандинавской страны разработают единые размеры одежды. Сейчас на севере и на юге Евросоюза стандарты сильно различаются. Поэтому, находясь в другой стране, легко ошибиться с размером. Это является проблемой и для покупателей, и для производителей одежды. Улучшить ситуацию должны в Шведском институте стандартов. Его специалисты работают над единой системой размеров. Документ через несколько лет может стать общеевропейским законом.